Обыкновенная мантиспа – насекомое необычного вида и с необычным образом жизни. Насекомое с одним из самых странных внешних видов. Мантиспа одновременно похожа на златоглазку, осу и богомола. С первыми их роднит отряд сетчатокрылые. Некоторые схожесть с осами мантиспам помогает выживать, так как не все хищники готовы связываться с жалящими насекомыми. Передняя спинка у мантиспы удлиненная. У насекомого имеются длинные, непропорциональные передние ноги. Они имеют шипы и отлично приспособлены к захвату добычи. Именно благодаря передним лапам эти родственники златоглазок настолько напоминают богомолов, но в отличие от них, мантиспа довольно мелкое насекомое, около 3 сантиметров. Взрослые насекомые активны с начала мая до сентября. Осенью самки откладывают яйца, как у златоглазок, на стебельках. Вскоре из них выходят личинки, которые, не питаясь, зимуют группами в укрытиях. Интересен образ жизни личинки мантиспы обыкновенной. Вылупившись из яйца, они сутки сидят все вместе, а потом расползаются по округе в поисках гнезд пчел, ос и коконов пауков. Найдя их, забираются внутрь, и вся остальная жизнь личинок мантиспы уже проходит в чужом гнезде, где на разных стадиях жизни они поедают то яйца насекомых, то их личинок, то молодых, не выросших особей. Взрослые насекомые довольно прожорливы. Иногда их применяют для борьбы с сельскохозяйственными вредителями. Мантиспы ведут ночной образ жизни. Эти насекомые хищники. Имеют охотничьи навыки, как у богомолов. Они нападают на любых встречающихся насекомых, подходящих по размерам. Мантиспы умеют летать, но не любят. Поэтому чаще всего они поджидают добычу, прячась в цветах. Как редкий вид с незначительной численностью, обыкновенный мантиспа занесен в Красную книгу Украины. Факторы, влияющие на численность, не выяснены. В качестве мер по сохранению вида предлагается охрана мест его обитания. Мантиспа обыкновенная занесена также в Красную книгу Самарской области, как очень редкий вид, с неизвестными тенденциями численности. Основную угрозу для вида представляет уничтожение мест его обитания.